привезли продукцию, книжную продукцию, представляющую нашу страну. Вот наше издательство энциклопедическое, и очень важно, чтобы научно-познавательная литература, которая выходит или готовится в нашем издательстве, была направлена на разные категории читателей. И на научную аудиторию, на достоверную информацию о нашей стране. И очень важно привлечь к нашей литературе, которая научно достоверная, которая действительно отображает те процессы, которые происходят в Беларуси теперь, и исторический срез дает так научно достоверно. И очень важно, чтобы молодая аудитория, школьники, учащиеся, молодежь знали историю Беларуси, потому что то, что мы, как и Казахстан, 25 лет суверенной нашей страны, мы историю не пересматриваем, связь должна прослеживаться, изменяться ничего не, по сути дела не должно, но мы должны и нашу страну, и историю Беларуси рассматривать в контексте мировой цивилизации, в контексте мировой истории, как суверенную страну. Поэтому, конечно же, много энциклопедической литературы, как в Казахстане, есть, но это литература привозная в основном, не на контенте наших стран. Поэтому наша цель в последнее время стоит такая, подготовить и для детей белорусская детская энциклопедия. У нас выходит целая серия книг, куда включены многие разделы нашего общества, и история, и природа, и образование, и культура. Поэтому вы правильно сказали, что на стенде мы достойно, на мой взгляд, представили Казахстану, нашу страну. И я думаю, это показали 2 дня выставки. Нам очень приятно, что очень много школьников было на выставке. У них был неподдельный интерес к стенду Беларуси. Наверное, это исторически, генетически заложено в наших 2 народов. Мы хотим знать друг друга, мы хотим слышать друг друга, мы хотим вместе идти и дальше, развивая наши страны.